Недавно у меня были проблемы с лишним весом. Меня это очень беспокоило, потому что да, мне было неудобно ходить на пляж, мне было, ну, всегда нужно было подбирать какую-то специальную одежду, которая скрадывала недостатки. Всегда в магазине начинались какие-то сложности с поиском и подбором каких-то вещей. Мне это надоело, и я решила заниматься. Заниматься одной, самой, с кем непонятно, мне было страшно и не хотелось этого делать. Я нашла тренера, который помог мне заниматься и работать с собой именно так, как это нужно профессионально. Это тренер Игорь Шишков. Он мне подобрал программу, которая подходит именно для меня и которая будет для меня комфортна и удобна, и которая меня в короткие сроки приведет к тем результатам, к которым я стремилась. Игорь Шишко – это тренер, который контролирует не только тренировки в тот момент, когда вы находитесь в зале, плюс ко всему он еще и контролирует то, что вы едите, а это самое главное в тренировках. Потому что то, что вы едите, это то, как вы выглядите. Ну что, сегодня на календаре 12 января, вы можете посмотреть на меня. Как и все обычные люди, в праздники я не отказывалась ни в чем. Ела все, что попадалось мне под руку, и при всем при этом сегодня я выгляжу так, как я хочу выглядеть, и постоянно занимаясь, систематически я поддерживаю свою фигуру в том состоянии, в котором я хочу ее видеть, ну и в котором на меня приятно смотреть, и мне нравится моя фигура. Если вы хотите того же, занимайтесь юбилем.